Приветствую всех пользователей сайта iScience.ru. Сейчас я проведу обзор замечательной программы под названием Abilingual Dictionary. Программа представляет из себя словарь различных слов, в котором огромные базы данных, которые можно скачать из интернета, либо же купить. Словарь можно выбрать нажатием на кнопку в левом углу верхнем, а вот сами словари надо скачивать из интернета. Изначально они не добавляют словарь, чтобы не забивать программу. Как вы видите, изначально стоит словарь только русский и английский, а дальше надо уже самому скачивать, но его можно всегда удалить. Также можно скачать, вот как я и говорил, или купить словари. Здесь имеется огромная база словарей, более 150. Некоторые из них бесплатные, некоторые стоят денег. Как вы видите, вот, например, здесь все за деньги, а здесь также все за деньги. Вот здесь тоже, так как языки редкие. А вот, например, вот здесь все бесплатно. Здесь написано об этом словаре, сколько тысяч слов в нем находится и как их можно скачать. Итак, что у нас находится в вкладке еще? Здесь находятся настройки. Мы можем выбрать любой шрифт из всех предложенных, их достаточно много. Мы можем выбрать размер шрифта. Также мы можем выбрать шрифт, который будет использоваться при результате вывода, размер шрифта, и выбрать, чтобы показывалось ударение или нет. Итак, например, выберем какой-нибудь словарь, например, английско-русский. И начнем писать слово «Привет». Как вы видите, находится множество слов. Выбираем «Привет». Здесь нам говорится разговорное значение и значение самого слова. Также внизу можно переключить на информацию, чтобы она показывалась нам подробно. Здесь будет показано значение некоторых фраз. Также можно посмотреть формы слова. Здесь показывается, какого рода является слово, и показываются все формы в единственном множественном числе и во всех падежах на русском языке. Я продемонстрирую вам, что здесь очень много слов. Вы видите, то, что я начинаю прокручивать, они еще добавляются, так как это делается, чтобы память оперативно не загружалась слишком сильно, иначе же iPhone просто не сможет работать, если загрузит все 20 тысяч слов в один момент. Также есть история, которую можно очистить. Также можно сменить словарь. Если, например, включен русско-английский, то при нажатии на кнопочку сменится на английско-русский. Вы видите, здесь очень удобная панель поиска. Программа сама по себе удобная и полезная. И стоит она не так уж много, так что ее можно спокойно покупать в App Store. Основные словари бесплатны здесь. А если вам нужно что-то еще, то словари стоят не более $5. А это не так уж много. С вами был Ник Тест 4, администратор сайта iScience.ru. До скорой встречи.